Продолжаем наш выпуск. В скором времени в нашем городе откроется Назарбаев интеллектуальная школа. О том, как поступить в столь престижное заведение, рассказал заместитель директора Департамента образовательной политики и программ автономной организации образования Балкан Касимов. В Казахстане на сегодняшний день функционируют 6 Назарбаев интеллектуальных школ. В частности, в Караганде открывается школа-интернат имени Нурсултана Абишевича. Открытие школы планируется в этом учебном году. На базе интеллектуальных школ совместно с Кембриджским университетом разрабатываются принципиально новые образовательные стандарты, которые в последующем будут распространены во всех школах страны. Стоит подчеркнуть, что в странах мира для развития одаренных детей разрабатываются специальные образовательные программы. Например, в школах Германии и Франции действуют особые службы по обучению одаренных детей. Какие экзамены будут проводиться, по каким учебным программам они будут обучаться и вообще как будут функционировать школы. В интеллектуальной школе работают две модели образования. Первая модель реализует интегрированную образовательную программу естественно-математического направления. По данной программе школьники углубленно изучают физику, математику, химию и биологию в трехязычной среде. Все кабинеты будут оснащены современным оборудованием. Там будут представлены все условия для всестороннего развития ученика. Кроме того, будут работать иностранные специалисты. В старшей школе будет обучение в основном на английском языке. Выпускники успешно сдают ЕНТ, показывая лучший результат в своем регионе. Только за один учебный год количество в международных, республиканских, областных соревнованиях выросло почти в 2 раза. Бек Абдинов, Тулеген Рашидов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.